Добрый день! Сегодня хочу показать промежуточные итоги по формам. Формы были выполнены на заказ. И сегодняшнему дню уже были опробованы, обкатаны. И поедут в понедельник к заказчику. Сама форма выглядит вот так. Достаточно сложно получился разъем. Расформовка тоже имеет небольшие трудности с расформовкой, потому что достаточно сложный разъем и глубокое поднутрение. Но расформовать можно. Сама модель выглядит следующим образом. Достаточно интересная моделька. Форма выглядит вот так вот. Состоит из двух частей. И разбирается. Это сама форма. Ну и вот таким вот образом выглядит готовая отливка. То есть в процессе расформовки надо выдержать не, там, допустим, не 12-15 минут, а чуть подольше, около 20 минут, чтобы форма, гипс успел схватиться и проблем с расформовкой не было. Значит, основной минус — поторопился с расформовкой и оторвал нос. Ну, то есть надо дождаться, когда гипс уже схватится, наберет прочность. Потому что приходится вытаскивать достаточно большую часть и силиконовой формы. Если гипс у вас не успел схватиться, достаточно хрупкий, можно вот, к примеру, один из таких примеров — оторвать ему носик. Ну, ничего страшного, я думаю. Здесь просто надо побороть свое терпение или нетерпение. Это одна из форм, которая готова и в понедельник поедет. Следующая форма выглядит таким вот образом. Это очередная сова. Модель выглядит вот так. Отливка выполнена из полистоуна. Вот она, отливочка. Тоже пустотелое все. Покажу саму форму. Форма из двух частей. Такая вот форма. Расформовывается достаточно легко, потому что форма для копилки очень правильная. То есть шар, овал. Проблем с расформовкой здесь вообще никаких не возникает. Для кого будет интересна технология изготовления отливок из полистоуна, вот, к примеру, как это, видео уже поэтому подробно записал. То есть где покупаю материал, в каких пропорциях замешиваю, как готовлю форму, через какое время расформовываю, как обрабатывается и как подготавливается к покраске. Все это подробно есть уже. Кому будет интересно, технология изготовления, готов поделиться, обучить кого надо, кому это будет интересно. Так, следующее. Следующая форма — это медведь. Медведь. Вот такая получилась форма. Форма предназначена для отливки на станке. Размеры габаритные получилось 445 миллиметров на 210. Форма также из двух половинок. Разъем тоже непростой. Но форма легкая при этом. Из двух силиконовых вкладышей. Покажу ближе. Видно? Я думаю, да. Модель сейчас показать не могу, поскольку модель находится в работе. Делаю следующую силиконовую форму.
И обратно последовательности также все собираю. Эту форму также обкатана, уже проверена. На каждой форме напишу количество необходимого материала, гипса и воды, чтобы заказчика не возникало никаких трудностей с отливкой. Вот. Все разъемы, все обработано, нигде руку не цепляет, не режет. Удобно, качество, плоское основание. Надеюсь, что заказчик будет доволен. Я думаю, будет доволен. Ну, таких форм или подобных форм я на просторах нашего YouTube еще не видел. Может, кто-то и делает, просто не делится. Хотелось бы посмотреть, если кто-то все-таки делает что-то подобное. Или, возможно, кто-то делает лучше. Значит, это по промежуточным итогам. Также записал видео, сейчас находится в монтаже, как отливать. Как отливать вручную, поскольку я постоянно отливал на станке, и с этим проблем никаких не возникало, то отливать вручную на просторах нашего YouTube никто не покажет. Как отливать, как подготовить форму, как отлить, как в какую сторону крутить. Думаю, это тоже будет очень интересно тем, кто только начинает, те, кто в начале пути. Если тоже будет интересно, напишите в комментариях, поделюсь этой информацией с вами. Потому что видео уже готово полностью подробно, как подготовить силиконовую форму, в каких пропорциях замешать, как крутить, через какое время доставать. Тоже, думаю, будет достаточно интересно. И это то, что касается промежуточных итогов. Все эти формы, которые сегодня показал, поедут в понедельник уже к своим владельцам. Владельцы, надеюсь, останутся довольными. Послушаем их отзывы. Вот. Ну, на этом у меня все. Делитесь своими достижениями, успехами. Возможно, неудачами. Это поскольку все это формирует наш личный опыт. А неудачи нас закаливают на пути к нашей цели. Так что желаю успехов в ваших начинаниях. Спасибо за внимание.